Привет, други мои! Вышел. В общем, делать сегодня ничего не будем. Потому что время уже 9:30. Я очень устал. Сейчас расскажу, что пришло. Покажу глушак. Глушак мне очень понравился. Вот. Посмотрите, скажете свое мнение. Вот. Было некогда, работа тут, домашние дела. В общем, ничего пока не делаю, но в процессе. Я обещал мотоцикл сделать к концу июня, но не получается. Я немножко зацеплю август, потому что в эти выходные я, наверное, буду занят, потому что мне в пятницу мне 50 лет, как бы юбилей, и жена хочет меня утянуть как раз выпускной сына, и ну, не выпускной, а диплом получает, он диплом там, что-то такое. Мне 50 лет, она хочет сходить в кафе с семьей. А в субботу не знаю, может куда-то на озеро. Ну, это еще в планах, но я думаю, вытянет. Так что опять, если воскресенье выйду, то хорошо. Вот. По мотоциклу. Сейчас расскажу, видео будет небольшое. Расскажу, покажу, что. И пойду отдыхать, потому что устал сильно. Что пришло? Пришли приборы новые, альфовские, с замком зажигания. Шикарные приборы. Пришла фара с Авито, чисто минсковская, в хорошем состоянии, в прекрасном, чуть-чуть, если подкрасить, не ржавая, с болтиками, с лампочкой даже, с какой-то там мутной. Хорошая фара пришла. Новый стопарь пришел. Такой вот модный, тоже красивый. Минский. Пришли сигналы. Два сигнала. Альфовских. Новых. Вот. Сегодня, после повторного возврата, пришли Явские повороты. Явские повороты. Копия, но выглядит шикарно. Шикарно выглядит. Даже с отражателем я смотрю. Вот. Пришла шкуринка на сиденье. Финдиперцевая, прошитая. Вышла она около 3000. Вот, с лямочкой. С лямочкой и скрепки в комплекте. Скрепки где-то здесь. А, вот. И скрепки его собирать. Тоже надо будет перетягивать. Сделан добротно, прошит хорошими нитками. Вот она с такой прослойкой. Вот. Самое главное. Это глушитель. Не глушитель, а мечта. Не знаю, как это передаст камера. Но глушитель просто шикарный. Просто шикарный глушитель. Вот. Стоит попет немножко. Вот так с этого ракурса посмотрим. Просто шикардос. Но он еще просто на пне стоит. Но шикардос. Шикардосный шикардос. Воздухан. Воздухан я сделал такую. Такой флянец. Мне ребята сделали. Вот. Все подходит.
Вот так это будет все выглядеть. Вот. Ну, глушитель, конечно, шикарный. Просто шикарный. Я бы таких поставил бы два. Он просто подходит идеально. Немножко здесь переделать крепление. Он чуть-чуть его пониже. Здесь наварить крепление. Подгоним, в общем, глушитель. Глушитель просто бомба. Бомба. Вот. Я удивлен. За 2500 такой глушитель. Вот. Вот такие вот дела. Приборы. Будет все смотреться. Будет все смотреться шикарно. Да. Они как раз подходят по креплениям. Я думал, что-то надо пересверливать. Ничего не надо пересверливать. Старые приборы выкидываем, ставим новые. Подключим, чтобы все работало, чтобы горел, чтобы работал тахометр. По тросику спидометра. Будет такой модный стопорек. Модный. В пленке не хочу снимать. Этот мы родной выкинем. Поставим такой моднявый, яркий стопарь. Ну, фара фарой, понятно, да? Поставим модные повороты. Явские, да? Будет шикарно. Шикарно будет выглядеть. Явскими поворотами, с новым сиденьем. В общем, планы остаются как и прежде. Все есть, только делать. Вот. Но сегодня я заниматься не буду. 10 часов вечера. Не знаю, говорил я, аккумулятор 5-амперный. 5-амперный, потому что в бардачок. Семиамперный не влезает. 5-амперный. Встает очень хорошо. Вот. Как тут и был. Вот. А 7-амперный. Ну, 7-амперный, понятно, он большой. Он уже слишком большой. Я думаю, бардачок просто с ним не закрылся бы. Хотя постараться можно. Но я рисковать не стал, купил 5-амперный. Не, ну глушак. Глушак, конечно, вот. Его бы сдалека посмотреть. Я думаю, будет с новым сиденьем, со всеми этими поворотами, гармонировать будет все прекрасно и все хорошо. В принципе, все есть, осталось теперь только время. Осталось время. Завтра четверг. Посмотрим, если на работе не будет загруженности, может завтра я пораньше, если приду, в чем я сомневаюсь, я посижу, подумаю с глушителем, с подвеской, с лапками тормозов, с лапкой тормозной лапкой, с подножками, вот. Ну, сегодня поздно, нет желания. Вот такие вот дела, ребята. Пойду домой, сильно устал. Чисто хотел похвастаться глушителем. Так он мне понравился, такой он богатырский.
И так вот прямо вот он для этого мотоцикла создан. Большеват, я думаю, когда все соберется, бардачки, сиденья, фары, шмары, он будет нормально. Ну, в общем, и все. Да. В общем, и все. Ладно, пойду домой, пойду отдыхать. Всем пока. И ждем продолжения воскрешения Минска с новым сердцем.